Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Глава государства поведал высокому гостю о последних достижениях азербайджанских дзюдоистов. Было отмечено, что они успешнее участвуют в международных турнирах, подчеркнув важность рекомендаций Международной федерации дзюдо, касающихся этого вида спорта в республике. Глава государства подчеркнул, что это служит развитию дзюдо в Азербайджане в целом, особенно повышению интереса к нему молодого поколения. Гость с удовлетворением ответил, что Баку является активным членом Международной федерации дзюдо, подчеркнул успешное сотрудничество.